День третий, в Таразе дождь. Скажу, хочу сказать, что Тарас очень чистый город. Здесь не найдешь куртку и все остальное. Это вот драма. Ой, да не идет дождь? Как вы пришли? Как вы провели ночь? Если честно, я конкретно спал. И никогда в жизни так не спал. И в этом мире так не спал никто. И я спал. Мы видим сцену. А всем видимо. Сегодня гость нашего видеоблога это Эльдар. На Курда, да, чем-то похож? Эльдар хотел сказать пару слов. Я бы хотел сказать, что это третий город нашего тура. У нас все хорошо, по крайней мере. Следите за видеоотчетами. Приблизительно на 40-м, на 41-м видеоотчете нам будет не до видеоотчета. Что правда, то правда. Мы приехали. Привет всем! Мы в городе Сорокимет. Сейчас подготовимся к выступлению. Сейчас подготовка, отстраиваем группу, все такое. Аличка, мы и группа Домино. Ждем, терпением. Скорее будем на сцену выйдем. Погода суперская, народ собирается, все круто, весело, все супер. Всем привет, мы в городе Сорокимет, это рядом с городом Тарас, всего 20 километров. Это наша третья точка в нашем Active Fest туре. И сцена уже, как видите, готова, все, в принципе, даже Влад Атрон актив здесь. Все, люди потихонечку собираются, я думаю, в течение часа мы начнем. Будем ждать начала шоу и надеемся, что сегодня также подснимем такое же видео, как вчера. Обязательно. Надеюсь, народ соберется побольше, да. Весь Сорокимет придет здесь. Туса. Да, житель Сорокимера. Сделай на месте. Давай. Нежно. Да? Сорокимер. Вот талант. Вот такие талантливые люди у нас в Сорокимере. Кошки, Эрфиклер, Сорокимер, Гер. А, теперь ты Гер. Ну, все, первая неделя нашей гастроли. Последняя точка была Сорокимет. И теперь мы снова у себя дома, снова в Алмате. Находимся на репетиции сольного концерта Розы Рымбаева, в котором я буду принимать участие как певец, как пианист и как ведущий. И как вы видите, все очень кипит, все очень бурно. И все очень на высоком профессиональном уровне. Да? И я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет такой же концерт. Просят, Валерий пришел, любовь настала для них, чтобы они... Организовать его, да? Пошли. И все, через два дня мы снова возвращаемся в тур, и следующей нашей точкой будет Каратал. Каратал, да. Если снова на юг, снова в жару, и я думаю, я прощаюсь ненадолго.